Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые, память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь. Молите Бога о нас! Сегодня мы отмечаем Вербное воскресенье и День космонавтики. Находимся мы, к сожалению, пока что на Земле. В космос мы так и не полетели, вопреки прогнозам наших писателей-фантастов. И поэтому мы снимаем наше видео не в стиле утопия, а в стиле... В стиле антиутопия. Сегодня мы поговорим на тему «Церковь и космос». Безумно радует, что вода бесплатная пока что. И другая радость. Это то, что под каждым кустом нас ждет бесплатный сортир. Вот сзади нас романтический пейзаж погибшей цивилизации, которая летала в космос. И сзади нас ландшафт погибшей страны по имени СССР. Да, была такая страна. Мы вспоминаем двойной облом. Да, двойной облом. Ну, первый облом — это Иисус Христос подвел очень своих последователей. Все ожидали, что он будет кормить на халяву, лечить на халяву, построить справедливое государство, и вообще еврейский народ будет жить припеваючи. Ну, но этого не вышло. Да, Иисус Христос обломил евреев, а русских обломил Юрий Гагарин. На него тоже возлагались большие надежды, что полетим в космос, и как только полетим в космос, то сразу всем станет дико хорошо. Читайте Беляева, читайте Ефремова, что ожидали от полета в космос, и фиг. Вот ожидали, что вот сейчас мы полетим в космос, и там дико много ништяков. У Александра Беляева на звезде КЭЦ были теплицы очень красивые, с огромными урожаями. Ну, конечно, да, у нас на космических станциях там помидоры росли, но все-таки выяснилось, что дешевле их возить с Земли, ну, чем да, там выращивать. Также ждали, что там будет дико много всяких полезных ископаемых на других планетах. Оказалось Земле, тоже, что все равно дешевле на Земле доставать. Да даже какой нафиг на Марс лететь, когда в деревню Гадюкино там на 200 километров от Москвы отъедешь, и там уже как-то жить не хочется. Сейчас мы ответим на главный вопрос наших зрителей. Как церковь относится к космосу? Ну, смотрите. Что? Ракеты освещают. Храмы в форме космического корабля строят. Угу. Вообще, церковь очень доброжелательно и благосклонно относится к космосу. А крестово-купольный храм очень похож на космический корабль. Интересно, почему? Ну, форма очень удобная, симметричная. А теперь от космических реальностей переходим космической научной фантастики. Там не так грустно, как в реальности. А что думает церковь про иные цивилизации? Вот Колян ведь придумал даже православную галактику Экклесия, звездную систему Просфора Центавра. О, как интересно-то. Планеты левый и правый Клиросы. Да, и там еще они заселены население этой цивилизации девициоиды. Самые красивые и самые глупые существа во всей галактике. Но самые красивые, может быть, а почему же глупые вдруг? Не знаю, так было по сюжету. У нас есть
такая штука, догматическое богословие. Так вот, согласно догматическому богословию, человек от всех живых существ отличается тем, что он сотворен по образу и подобию Божьему. Да. И способен общаться с Богом. Поэтому имеет религию. Но таким образом это происходит только на нашей грешной земле. А как обстоят дела в других галактиках, нам христианство ничего не говорит. Поэтому церковь ничего не может сказать определенного относительно того, есть ли другие цивилизации где-то в космосе или нет их там. А фантазии могут быть самые разные. Все равно научных подтверждений никаких нет. Один из вариантов, что потомки Адама и Евы расселились по самым разным галактикам. Каким образом? Ну, например, с помощью телепортации. Почему бы и нет? Все равно нет научных доказательств. А религия здесь про это ничего не говорит, потому что вопрос об иных цивилизациях абсолютно не имеет никакого дела к вопросу спасения души. Так что вопрос относительно, есть ли где-то в космосе иные цивилизации, он такой же неопределенный, как и вопрос, является ли аборт убийством или не является. Потому что нету единого мнения у церкви, в какой момент у человека появляется душа. Поэтому неизвестно, эмбрион, он душу имеет или душу не имеет. Если душу имеет, значит, аборт – это убийство. Да. А если душу не имеет, значит, аборт – это не убийство. Так и с космосом. Может быть, инопланетяне есть, а может быть, инопланетян нет. Но вот если инопланетяне есть, и они потомки Адама и Евы, то наша Земля для них – это святыня, планета Родина Иисуса Христа. И они прилетят к нам в паломничество. А может, уже летают? Тут проблема такая, что поскольку они живут в сильно отличающихся от нас условиях, то у них мировосприятие очень сильно отличается от нашего. И это самая главная проблема для контакта. Научная фантастика вам в помощь. Они по-другому воспринимают мир, в том числе и церковь. Возможно, они прилетели уже к нам, зашли в церковь и восприняли богослужение совсем не так, как его воспринимаем мы, обычные
земные христиане. Да, они тоже интересно. Были христиане. В общем, при общении с инопланетянами будет, скорее всего, такая же в точности проблема, что при общении с другими народами. Только гораздо сложнее. Потому что все-таки жизнь на тех планетах может гораздо сильнее отличаться, чем жизнь на каких-нибудь дальних островах, в джунглях и тому подобного. Ну, в общем, пока к нам инопланетяне вроде не прилетают. Ну, а если даже и были, мы их не видели. Мы их могли просто не заметить. Да. Они могут быть очень сильно другими. И они могли у нас побывать, и им могло у нас не понравиться. И после этого они больше к нам не летают. А может быть и летают, но очень не любят нашу церковь. Ну что, может быть, они даже побыли на одном из наших богослужений. РПЦ. Решили, что все неправильно. Ну, потому что если бы им понравилось, и они были бы, то они бы как-то себя показали. Ну да, как-нибудь все равно бы засветились. А так, или они к нам не прилетали, или они очень сильно на нас не похожи, или им у нас не понравилось. О некоторых проблемах, с которыми могут столкнуться христианские миссионеры в космосе, написал писатель-фантаст Станислав Лем в 22-м путешествии Иона Тихого. Кому интересно, есть в интернете, в свободном доступе, можно почитать и посмеяться. Написано с юмором. Это все, что мы хотели сегодня рассказать про церковь и космос. И мы от космической фантастики возвращаемся в нашу земную реальность. Мы сейчас на самоизоляции, чтобы выйти в лес погулять или снять видео. У нас должно быть веское подтверждение того, что мы идем в магазин, а не просто гуляем. Да. Поэтому мы с собой вынуждены взять сумку для продуктов. В общем, такова жизнь. И что с этим делать? Выживать. Как вид. Мы Homo sapiens. С нами мозг. Что-нибудь придумаем. На этом мы прощаемся с вами. С вами были семиведы-любители Колян Платков. Елена Магадан. Подписывайтесь на YouTube-канал Платочек. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Если поставили дизлайк, напишите комментарий, за что дизлайк. Будем работать над ошибками. Если выживем, то до встречи в следующих видео. До свидания. Спасибо за внимание.